Дорогие сябры, мы с вами находимся в Национальной библиотеке. Тут выставка «Живые крыницы». Вот поглядите, коли ласка. Мне она вельми сподобалась. Вот вырабы, какие, бачите. Ну, наши майстры. Вот, например, Степанова Галина. Лямпа. Вот такая лямпа. Делевская Светлана. Корзинка. Вот такая корзинка. Ну, вот, бачите, рушник. А вот, поглядите, какие красивые ляльки. Вот. Ну, шлюб пар двоих. Вот, какие красивые. Вот. А кто же это сделал? Ай, ну вот я не нашел, не написано. Тоже рушники. А глядите, какие ляльки. Вот такие ляльки. Вот наши белорусские майстры такое робят. Правда? Чудовно, красиво. Пойдем далее. Новикова Анатолий. Разьба по древе. Вось, мусись. Вось, что он зарабил? Годинник. И термометр. Ну, вот такие корзинки. Знову родинник. И термометр. Ну, вот. Тоже вырабы. Шкатулка. Знову некая шкатулка. Для бутылек, для вина, мусить, это сделано для захования. А вот поглядите, как красиво, да это сделано с древа панно. Вот, вельми красиво. Ну и еще одно панно. Глядим, какое. Глядите. Тройка. Вот она, тройка. Вот такая картина чудовная, бачите. Ну и снова вот соломы. Вырабы тоже некие шкатулки. А вот глядите, какие два котики. Вот тоже вырабы. Еще. Талерка такая. Декоративные талерки. А вот и корона. Бачите, какая корона. Корзинка.
І знову корона з соломи. Ну ось. Ліхтарик такий ось. Так. А ось це вже гончари вже. Некі гладишки. Ось знову соломи. А ось із гліни. Ну, бачите, свістульки, цацки різні. З дерева. Ось з дерева, які. Ловів, ловів, а від кота боронитися нечим. А кот і з'їв. З'їв усю. Ой, хвост виден. Где дружно, там и хлебно. Не хотел жить золотом. Шить золотом. Нехай життю молотом. Так написано. Ось такі вироби. Ось із тканини. Диванчики. Ось які коврики, диванчики. О. Глядіть, як чудово, як фарби. А ось і ляльки. О, ляльки з тканини, з трапок. Ось які ляльки. Халявіцька Аліна це зробила. Так, знову ліхтарик. Ось. Глядіть, які ляльки і конь. Ну ось, які дівчинки з соломи. А, глядіть, які шляпи красиві. Тоже соломенні шляпи. Ось. Ну, з гліни ось, да? Ось, які вироби у вісці. Наше это называлось гладышка. Вот это гладышка. А ось бабулька со своей внучкой. Вот гладышки, ось, ось, ось гладышки. Пойдем далее, да? Пойдем по зале далее. О, глядите, какие жихары все. Симпатичные, ну и некие шали, шарфы. Ось, какие ось, и ось яєчки. Ой, глядіть, які яєчки. Фаберже.
вусики, ясички. Вось из тканины вырвы. Неким бисером, бисером покрыта. Знов яечечки. Глядите, вышито бисером, бисером. А вуси ангел мусить. Вот такое. Вот. Пойдем далее. Ну, знову яечки. Ну, бачите, кольки яечек. Ну, некий образ. Вот образы. Иконы, образы. Вот такие яйцечки. Вот некие птушечки. Вот. Образ. Кветочка. Ну, ладышки. Ну, ладышки. Розные, белорусские. Майстры. Это все. Зрадили и на вот эту ляльку. Ну, бачите, какая сумка для бидона с воды, а вот какая шляпа снова для лодыжки. Вот, бачите, какое панно красиво, симпатично. Привожая. Вот. А вот глядите, что. Ну, сплетенные некое обуток и рукавичка. Вот. И знову шляпы. Вот такие шляпы. Ну, и это у нас сейчас все робит. На усе кераміка. Знову з соломки вирвали. Ви бачите, яка ёлка. З дерева медведь і чоловік. Рух. Вон на колесах. Вот там две бабы. Вот такие рушники. Ну, шляпы.
Ну, ось, частково мы оглядели эту выставу.